Елена, в общем, я посмотрел. Вам, значит, шьют 81-ю статью, пункт 7 Г, скорее всего. Но первое, незаконно, что они не указали это в вашей трудовой книжке. Второе, что эта статья предполагает не прямое применение. То есть не могут просто вам сказать, что вот, все, я хочу, так поэтому увольняюсь. Там необходимо соблюсти процедуры, то есть это тоже незаконно. Третье, что вы подписали все эти документы, вы это делали под психоэмоциональным давлением. Соответственно, эти подписи тоже незаконны. И вам должны были выдать копии всех этих документов, которые вы подписали, что тоже незаконно. Поэтому я вам рекомендую, что нужно составить им досудебную претензию грамотную. И вполне возможно, что они поймут, что вот это им все предъявить, и они просто решат с вами мирно это все урегулировать. Потому что если пойдем в суд, я думаю, мы в суде выиграем.